Ребятушки, всем привет! Сегодня вечером буду готовить ребрышки в духовке с картошечкой. Сейчас пока замаринули ребра. Вот вечером они были пропитаны уже. Для этого нам понадобится ряд ребрышки, 100 кило. Перец хмели-сюнели, потом карри, соль и приправа. Сейчас нарежем сначала порциями такими ребрышки. В рукаве буду готовить, ребят, с картошкой в духовке. Сегодня будут обычные, довольно-таки обычные блюда. Все, ребят, начинаем мариновать приправу для мяса. Сейчас будет, ребят, соевый соус, немножко будет соевый соус. Сразу учтите, что солить надо будет меньше, потому что соевый соус соленый. Карри. Вот такой желтизны для вкуса. Хмели, сюнели. Ну, кто никому не нравится, может тут какие-то приправы не класть. Это чисто зависит уже от вас. Это соль мелкую добавляем. Ну, все тщательно перемешаем. И оставим, ребят, до вечера. Вечером будем готовить, он промаринуется, будут сочные такие ребрышки. Не переключайтесь, ждите вечер. Наступил вечер, я почистил картошечку. Будем нарезать картошечку сейчас. Ребят, картошку нарезаем, ну, вот такими полукольцами. Не сильно тонкими, не сильно толстыми, ребят. Духовку я поставил на 180 градусов греться. Я бы сюда резал. Сейчас по солям. Картошечку немного, ребят, много не солим, потому что у нас мяско там уже соленое. И так, чтобы сок дал. Мелкая тоже, ребят, крупная она. Больше для бульончиков. Для супов, что-нибудь такое, для жидкости. Перчим. Так, чесночком покрошим, ребят. Пылью чеснока. Тому как, ребят, можно свежие резать. Может, у меня свежего нету. У меня пыль есть. Все, ребят, перемешаем хорошо его. Можете потоньше. Я половинку лука порезал, с картошечкой помешал. Дальше подготавливаем. Немножко там соку даст картошки, вкус. Половинкой брошу мясо. У нас просто будет вместе готовиться. Ну, так будет вкуснее. Мясо издает такой аромат вообще. Так, все. Так, его посыпаем. Минут 5, ребят, дадим еще, как бы это, ну, чтобы картошка сок дала, да, все такое, и лучок дал сок минут 5, и будем упаковывать. Ребят, ну что, все, мясо, картошечка полежала, подготовлено, ребята, рукав. Ну, они, я так, такое продается специально, да, так его, оп, нарядочки. Ну все, сначала укладываем картошку снизу. Вот у нас картошка. Да что такое это сегодня у меня? Вот, ребят, что значит, сколько уже не работает, так все от рук отбился. Хорошо так разбрасываем ее, ребят, чтобы у нас с мяской жир капал на картошечку. И было замечательно.
Винко. Так, завалю это винцо грузинское, подмяска. Потом, когда приготовим, винчиком. Ну все. Сейчас. Пошло у нас мяско. Ну, мяско я жду. Да. Вот так его укладываем. Красивенько. Мы что, берем завязанный, да? Оп, так сверху поднимаем, чтобы у нас сок там остался. Вот такая красота. Сейчас духовочка нагреется, и мы будем укладывать, ребят. Будем жарить 50 минут при температуре 180 градусов. Вот, все, духовочка у нас нагрелась. Убираем нашу. Ну все, ребят, 50 минут. Мы включимся. Ребят, прошло время. Сейчас немножко мне откроем. Немножко мешок поджарился. О, какой мешок стал, ребят. Опа. На 15 только можно поставим. Ах, красота какая. Девочки, ну что, будем посмотреть, что у нас тут получилось. Ой, ой, ой. Ребрышки такие у нас поджаристые. Девочки, посмотрим, какие у нас тут получились, ребят. Отваливается все. Все будем пробовать. Шикарненько, ребята, шикарненько, смотрите, какая красота. Ребят, ну вот такая красота получилась, зеленушки посыпем. Ребят, довольно-таки быстро, как бы, ничего сложного в нем нету. Такая красота в блюдце получилась. Винчик открою, вот такую вкуснятину. Со второго. Ну что, будем пробовать, взял ножичек, ребрышки видно, что у нас получилось. Картошка-то, ребят, разварилась, картошка-то видно, ребрышки я посмотрим. Так, как их. Ну, ребрышки тоже, ребят, готовы. Сейчас я все подготовлю, смотрите, все прожарилось. Ну что? Ну что, ребят, приятного аппетита. Спасибо, что смотрите меня. Наверное, как Георгий Кавказ не получится у меня. Ваше здоровье, ребят. Берегите себя, близких. Ребят, вино запомните вот такое. Очень вкусно. Картошка, это что, чтобы долго найти вкусное?